Идеологически они являются братьями. И Кадыров, и вот эти вот организации, их представители, они являются братьями в своей идеологии. Поэтому отношение к ним должно быть одинаковое. Саляму алейкум ва рахмату баракату, старший брат. Планируешь ли ты в дальнейшем стать гражданином Швеции, получив их паспорт? И помогло бы тебе это в твоей борьбе? Да, ва алейкум ассаляму ва рахмату баракату. Я такие планы имею. То есть, если у меня будет возможность получить шведский... Тумсо, про Мехкел ты же не прав. Там же есть старики, у которых даже в уме нет Путина. Ингуши защищали чеченцев при чеченской войне своими жизнями. Так вот, они против этого, что Кадыров устроил там. Дорогие братья, вы рассуждаете очень несправедливо. Ведь вы не скажете то же самое про чеченцев, находящихся при власти Кадырова. Вы же не скажете, что там нет людей, которые были бы... которые бы не знали, кто такой Путин и так далее. О сути какой-то организации, движения, мы об этом судим не по наличию каких-то отдельных товарищей, хороших ребят в этой организации или движении, а по их идеям, которые они транслируют. Поэтому, вот допустим, есть Грузия, да, как пример приведем. Там сегодня у власти грузинская мечта, это партия. Партия Бедзины Иванишвили. Мне кажется, очень полезно приводить примеры в целом из Кавказа, чтобы у нас, чтобы мы были в курсе того, что происходит. Грузия – это Кавказ, это часть нашего общего дома, и мы должны поэтому быть в курсе того, что происходит. Так вот, в этой партии власти там есть такой человек по имени... Каха Каладзе. Вот. Каха Каладзе, вот это вот как бы известный такой человек во всем мире. О нем в основном у всех очень хорошее мнение об этом человеке. Так как он в каких-то там, ну он не был вообще замешан в политике, играл всегда в футбол, прославлял тем самым Грузию на весь мир, везде подчеркивал свою идентичность, что он грузин. Поэтому его как бы и в обществе грузинском его любят. Но как только он становится членом партии, эта партия тем самым... Она не становится, она была плохая, я сейчас не говорю, что эта партия плохая, это грузины сами должны решать. Но я имею в виду, вот он пришел в грузинскую мечту, и это не значит, что теперь партия поменяла свою суть от того, что туда пришел Каха Каладзе. Партия, она все равно, это он присоединился к этому движению, каким бы хорошим парнем он не был, да, но к этому движению он присоединился, соответственно, он разделил полностью их политические взгляды, идеи. То же самое работает и здесь. То, что там в этой организации, как ты говоришь, есть какие-то отдельные старики, и они, мол, там не знают, кто такой Путин. Ну, я не знаю, может быть, в силу своего возраста, да, может, у кого-то там уже маразм старческий, он чего-то там не догоняет. Но в целом эта организация о своих идеях, она транслирует очень ясно. И... Те, кто являются верхушкой этой организации, которые постоянно выступают на различных мероприятиях, митингах там, или их каких-то обращениях, они не скрывают этих своих взглядов. Поэтому мы как раз-таки не можем так рассуждать из-за того, что там есть какие-то отдельные люди, о которых у тебя может быть хорошее мнение. Мы не можем из-за этого теперь менять положение самой этой организации. Идеологически они являются братьями. И Кадыров, и вот эти вот организации, их представители, они являются братьями в своей идеологии. Поэтому отношение к ним должно быть одинаковое. А вот это вот разделение, типа ваши муртады – это плохие муртады, да, как раньше говорили, а наши муртады – это хорошие муртады. Такое разделение, оно не подходит. Я сейчас не говорю, что там они муртады или нет, я просто как пример привел. То есть ваши заблудшие плохие, а наши заблудшие хорошие, если мы будем вот так к этому подходить, то это еще усугубит раздор между нами. Мы должны понимать, что и там заблудшие, они заблудшие, и отношение к ним должно быть одинаковым. Да, кто-то, мы не равняем их, конечно же, в своих преступлениях. Эти, обладая властью, силовым вот этим вот... силой, да, силовой возможностью, они совершают преступления, они терроризируют народ. У этих нет этой силы, чтобы
совершать преступления и терроризировать народ. Но идеология одна. И если бы у них была сила, они делали бы то же самое во благо, во славу Кремля, во славу России, они делали бы то же самое. Поэтому, раз они по идеологии являются братьями, отношение к ним должно быть одинаковое. Тумсо, ты говоришь о Кавказском Союзе, по примеру ЕС, Лезгистана, Авристана, Кумыкстана, Дагестана, Табасарана и так далее. Но народ столько президентов и парламентариев не прокормит. Значит, я говорю про Кавказский Союз, но не уточняю вот этих моментов, типа Лезгистан, Авристан, Кумыкистан. Это уже Дагестан, сегодня действующий Дагестан, и поэтому дагестанские народы, они должны решать, в каком они формате хотят быть. Остаться как единый Дагестан там или... В общем, это не мои вопросы, это должны решать они. А что касается, прокормят они или нет, конечно, прокормят. В каждом государстве бывает свой правитель, бывают свои органы государственной власти, и они существуют благодаря той экономике, которая есть, имеется в этом государстве. Это не проблема, друзья. Мы с вами здесь велосипед не изобретаем, весь мир так живет. В этом мире есть очень большие крупные государства, которые бедствуют. И есть есть также большие страны, которые живут в избытке просто благ, да, мирских. И есть также маленькие государства, очень богатые и в то же время очень бедные, маленькие тоже есть. Поэтому ни от размеров, там, ни от количества граждан это не зависит. Все зависит от устройства, от модели. Каким образом там устроена вот эта политическая система, государственная система, экономическая, от этого все зависит. Если в наших маленьких государствах будут грамотные менеджеры, грамотные правители, то мы будем жить в достатке, иншаллах. Если же они будут безграмотны и будут вести нас к убытку, то мы будем бедны. Но и при том, и при этом раскладе мы с вами будем свободны, вот что важно. Ответственность за нашу плохую жизнь мы не сможем ни на кого возлагать, это уже будет наша ответственность. И исправлять это будем тоже мы, только мы сможем это исправить. И вот это самое важное, да, сама прелесть этой свободы, что ты теперь ни на кого, кроме Аллаха, не уповаешь. Ты уповаешь на Аллаха и сам исправляешь. Сегодня же на Кавказе мы этого не можем делать. Сегодня ты, да, будешь уповать на Аллаха, но исправлять сам ты ничего не можешь, потому что не зависит это от тебя. Это зависит сегодня от царя-батюшки, который сидит в Кремле. Он теперь решает, как вы будете жить, какая будет между вами там, какая у вас будет политическая система, там, экономическая система, какая модель и так далее. Это все теперь решается там. Вот наша задача, чтобы мы от этого ушли, чтобы решали мы сами. И ответственность за наши неудачи, а также успехи, чтобы она лежала на нас. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, старший брат. Планируешь ли ты в дальнейшем стать гражданином Швеции, получив их паспорт, и помогло бы тебе это в твоей борьбе? Да, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я такие планы имею, то есть если у меня будет возможность получить шведский паспорт, я, конечно же, это сделаю. Пока мне об этом говорить не приходится, нужно определенное время прожить в Швеции, имея статус, как бы, ну, вид на жительство. Так что к этому мы, иншаллах, еще подойдем. А так, конечно, я бы это очень хотел, так как на данный момент для шведов я гражданин России, а я не хочу быть ни для шведов, ни для кого в этом мире гражданином России быть, я не хочу. Поэтому я, как только у меня появится возможность стать гражданином Швеции, я это, иншаллах, сделаю. А помогло бы мне это? Конечно, конечно же, это помогло бы. Даже имея статус беженца, для тебя все равно многие страны закрыты, ты не можешь их посещать вообще в принципе. Некоторые страны ты можешь, но ты должен получать отдельную визу, даже ту же Турцию, допустим, ты не можешь с travel-документом просто поехать туда. Тебе нужно сначала пойти в посольство, получить визу. А если бы у тебя был, допустим, паспорт гражданина Швеции, то тебе не нужно было бы это делать. Любая страна, с которой безвизовый режим у Швеции, ты просто туда бы вылетал. Поэтому, да, конечно, это сильно облегчает твою жизнь.
Тумсу, ассаляму алейкум, рамхла баракату. Дашь комментарии по поводу последнего события между осетинами и ингушами, драка с огнестрелом. Не думаешь, что это проект России для стравливания? Ва алейкум, ассаляму, рамхла баракату. Вообще не хочу я эту тему комментировать. И я не думаю, что это никакой проект. Это типичная бытовуха, к которой нужно именно так и относиться, как к типичной бытовухе. Подливать там масло в огонь, пытаться сейчас стравить осетин с ингушами – этого делать не нужно. Там и так есть очень серьезная как бы проблема, которую нам с вами, всем кавказцам, ее нужно будет решать. Решать я имею в виду не кровопролитием, там, не какими-то конфликтами, а путем переговоров, путем договора между собой, с осознанием того, что мы все являемся жителями этого Кавказа, кавказцами, и мы обречены жить с вами вместе. И что нам, наш с вами успех заключается в том, чтобы мы были вместе. С учетом этого всего нам нужно будет эти вопросы решать, и поэтому усугублять это не нужно. То, что там произошло, это была типичная бытовуха. И я думаю, что это все, что нужно по этому поводу сказать. Амир Билал просто задонатил. Баракаллаху фик, брат. Thank you.